В детском саду номер 161 на улице Фрунзе в Твери ведется установка детского игрового комплекса. В текущем году это первая многофункциональная площадка, которую устанавливают по программе оснащения муниципальных детских садов. Проект реализуется в регионе по инициативе губернатора Игоря Рудени с 2022 года. Совсем скоро в 161-м детском саду откроется новый современный игровой комплекс. Физкультурно-оздоровительное направление в этом дошкольном учреждении – основное. Новое оборудование даст возможность значительно расширить программу занятий на свежем воздухе. Это значит здоровье ребенка, это реализация потребностей детей в двигательной активности, во взаимодействии со сверстниками. Комплекс большой. В него входит, во-первых, теневой навес большой, и игровое, и физкультурное оборудование. Это всевозможные мишени, это комплекс скалолазания, это горки на разные возраста детей от 2 до 7 лет. Можно и полазить, и в туннеле побегать, и посидеть, поиграть на скамеечке. На любой вкус. Посмотреть, как идет установка площадки, пришли представители родительского комитета. Ольга Баурчулу и Наталья Полозова вводят в этот сад уже вторых детей. Как говорят мамы, оснащение группы корпусов улучшается с каждым годом. Дети у нас активные, и у них будет теперь место, где они могут проводить время. Появляются вот игровые площадки, и они очень необходимы для того, чтобы дети больше общались, развивались. И им все равно более интересно будет на новом оборудовании играться. Программа по обустройству детских площадок в детских садах региона была инициирована губернатором Игорем Рудени. Правительство Тверской области поддержало предложение депутатов ЗАГС Собрания ее расширить. И были выделены дополнительные средства к ранее заложенному в бюджете на содержание дошкольных учреждений. Мы здесь, как депутаты Законодательного Собрания, контролируем, в каких местах, в каких муниципалитетах установить. Всегда нравится, когда новое. Отзывы только положительные. Я надеюсь, что эта программа будет только увеличиваться, и мы все равно потихоньку, но сделаем везде, чтобы даже детские садики, которые находятся в небольших населенных пунктах, чтобы были тоже оборудованы новыми игровыми комплексами. Планируется, что все детские комплексы по инициированной главой региона программе будут возведены к новому учебному году.